Чем он появится? Спросим у карт Таро. Желанием что-то прояснить. Есть какие-то сложности между вами. Есть очень много неуверенности в этих отношениях. Нужен он вам или нет. Очень сильно тревожится, очень сильно переживает по какому-то поводу. Чем он появится? Желанием укрепить эти отношения, желанием сделать эти отношения постоянными, более стабильными. Вы его очень привлекаете, вы для него очень ресурсная, вы для него яркая, красивая, уверенная в себе девушка. Девушка, которая знает, чего хочет. Девушка, которая, знаете, вот выбирает себе сама мужчин, с которыми она хочет быть. Боится, что вы закроете свои двери, да, боится вас потерять. Злиться на себя, злиться на ситуацию, возможно, торопится, возможно, знаете, ну вот, чем он появится? Он появится очень быстро. Торопится вам что-то рассказать или что-то прояснить. Боится, что вы захлопнете свою дверь у него перед носом. Любит вас. Считает, что вы ему по судьбе. Вы именно та девушка, с которой он хотел бы быть. Он, именно такой он мечтал. Чем он появится? С предложением сходить куда-нибудь, предложением пойти с ним на свидание, хорошо провести время. Очень боится, что вы ему откажете.